На втором Хабаровске в ночь на вторник от ножевого ранения в сердце погиб 20-летний хабаровчанин. Смертельную рану кухонным ножом небольшого размера ему нанес 26-летний старший брат. Кроме преступника и жертвы, в квартире были еще три человека, их общий знакомый и родители. Супруги и гость спали, братья вели беседы за бутылкой. Ссора, которая предшествовала драке, домашних не потревожила. Конфликтовали братья часто. Повышенный градус беседы в силу привычки никого из постели не поднял. Разбудить родителей все же пришлось. Сам подошел к маме и говорит: мама, я его, мне кажется, зарезал. Вызывай скорую. Когда мать с отцом увидели окровавленного сына, он был еще жив. 26-летний фигурант бежать не пытался и во всем признался. Правда, оговаривался, что убил брата, спасая свою жизнь. Дескать, защищался. За оружие первым схватился младший. Превышение самообороны, может быть, так. Констатировать можно так, этот факт. Потому что он, ну, реально, угроза жизни была. Ну, парень защищался. А тут, как это, Катя, нападал, реально мог ее залезть? Да, конечно, он больше. Этот мужчина, оставшийся на ночь в гостях, коллега братьев. Все трое работают разнорабочими на базе многорядов. Версии подозреваемого мужчина склонен верить, поскольку знает темпераменты братьев и не раз наблюдал их пикировки. Умышленное это было убийство или все же превышение границ обороны, решат сотрудники следкома по окончании доследственной проверки. С места происшествия Денис Коршунов, Мария Склярова и Виталий Векслер.